Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Slay the Spire. Итак, приступим, пожалуй. У нас тут два каких-то слизнюка. Один из них хочет меня ударить. Так, может быть, ответочку? Нет, подождите, пока потерпим маленько. Слушайте, может быть, оборону взять? Дает 8 защиты. Давайте-ка мы, пожалуй, с вами вот эту вот карту применим и сбросим, пожалуй, удар. У меня все равно их 3. Хорошо, теперь звезда нем разок. И давайте, наверное... Нет, давайте, наверное, просто ударим. Вот так оно будет лучше и выгоднее нам. Ну что, ходов у нас больше нету. Наверное, будем сейчас с вами завершать. Вражеский ход. Облизывание. Хрупкость. Угу, размечтался. Так. Ну-ка, давай-ка ударим. Пожалуй, еще разок. На 6 и того 18 хп осталось у него. Наносит 3 урона. Ну, вот так вот сделаем. Завершаем. Смотрим. Так, он все равно делает свое облизывание. Повышает мне гаденыш хрупкость. Ну, это ерунда все. Так. Защиту. Погоди-ка, подожди. Вот так лучше. И еще, наверное, мы сделаем с вами... Вот. 3 защиты. Блин, он мне хрупкость, ребята, повесил. За счет этого у меня снижена защита. А ты гаденыш, слизнюк. Но в любом случае, ребята, ему сейчас будет крышка. Сжигается. Ну что, пора просто его добить и все. Отлично, ребят, мы прошли этих олухов. Карту добавляем в колоду. Дает нам это. Тут наносит 10. Вот так вот, ребята, возьмем. Ну и, естественно... Так, не забывайте свою награду. А, ну понятно, я голду забыл взять. Ну что же, продвигаемся. У нас здесь с вами знак вопроса. Неизвестно. Сейчас посмотрим, что это такое. А, это оказывается у нас торгаш. Ну, у меня, ребята, 26 голды. Что я на них купить смогу? Только лишь одну карту. Ну, я думаю, что не стоит этого делать. Просто будем с вами продолжать. И очередной у нас здесь монстр ожидает. И это какие-то букашки. Похоже чем-то на гусениц. Здоровья у них мало. Всего лишь 11 и 12. Так что сейчас мы их быстренько, наверное, и разберем. Блин, у меня больше ничего и нету такого атакующего. И всего лишь один ход. Ну, можно вот эту, наверное, попробовать. Ага. Карта у нас сгорела. Ну-ка, посмотрим, что это получится у нас. Черт, все равно атакуют. Хотя у них не написано, что будет урон. Все, теперь вижу. На 7 собирается, но не тут-то было. И давайте вот эту вот с вами букашку. Вош! Это, оказывается, вош у нас, ё-моё. Ну что, получила слабость? Ничего ты не сделаешь. Ты, по-моему, вообще у нас оглушенная. Нет, вылупилась. Так, мой ход, и я думаю, что пора добивать. Не добили. А если так сделаем... Пока, вош. 20 голды. Зелье силы. И карту добавляем с вами. И это будет, наверное, у нас... рывок. Наносит 10 урона и 10 защиты. Это довольно неплохо, я считаю. И у нас с вами очередной монстр. Оу. Так, ворон, да, этот? 54 хп у него. Пока никто не собирается меня атаковать. Есть возможность, ребята, вот так вот, наверное, применить. Так, у меня 10 защиты. Давайте-ка ударим. Надо воспользоваться этим моментом, ребят, пока они не атакуют. Ну что ты там? Ага, заклинание делает, этот там все облизывается. И повесил на меня хрупкость. То есть минус 1 к защите. Наносит 10 урона всем. Во! Отлично. Так, еще 2 раза могу сходить. Давай защиту себе. 3, блин, мало. Ну что, 22 хп у этого ворона осталось и 18 у слизнюка. Заблокировали, отлично. Еще одну хрупкость, то есть у меня уже минус 2 защиты. Ладно, давай вот так попробуем сделать. Все враги теряют 6, давай вот так вот. Опа! Хе-хе! Ну, все равно они могут сейчас мне прописать, ребята. Давайте-ка вот так. И все.
То есть 4 урона, но они меня не пробьют. У меня 8 защиты стоит. Так что я как в танке, грубо говоря. Слизь сжигается. Ага, 12,8. Это уже много, 20 урона. Мне так не нравится, надо. Лопухнулись, ребят. Вот сейчас меня пробьют капитально. Так, и пятерочку, да, отнимут? Угу, так и получилось. Ну, 5, это еще терпимо. Мы, наверное, добиваем с вами вот этого вот олуха. И вот этого тоже добьем. Да, все, ребята. Прошли мы их, 18 голды, зелье энергии и карту опять добавляем. Вечная агония. Наносит 4 урона, сжигается. Во, вот это вот, в принципе, неплохая атака на пролом называется. Ага, здесь мы можем с вами, ну, сами прекрасно знаете, либо отдыхать, либо ковать. Так, давайте-ка мы повысим с вами, где у нас, вот, вот эта вот карта неплохая. Наносит 14 урона, естественно, мы это сделаем. Причем всем, не забывайте, наносит. Ох ты, и у нас здесь мини-боссик. Артефакт, артефакт. Ох ты, сколько у них здоровья. Пасса ракету, причем один из них хочет меня ударить на 8. Отлично. Так, накладывает слабость. А что у нас еще? Дает защиту. У нас 15 защиты. В принципе, я уже могу нормально сидеть, не бояться, они меня не пробьют. На 8 урона. Ну, у меня... Так, неиграбельную эфирную карту мне подбрасывают, гады. Захламляют мне мою колоду. Это очень плохо. Это очень маленький шанс, что мне будут выпадать карты боевые, ребят. Ну что, в принципе, уже неплохо совсем идет. Давайте делаем защиту и завершаем ход. Так, 16. На 6 все-таки мне пробьют. Да. 6 урона нанесут сейчас. Но все равно, ребята, еще терпимо. Плюс 4 защиты опять я получил. Вот так вот. Один готов. И осталось 15-16. Ха-ха. Жалко, конечно, что я ее использовал. Ребята, они все равно не собирались мне наносить урон. Карту, грубо говоря, я выкинул впустую. Да сколько же вы этих карт мне, а? Бросаете. Головокружение называется эта карта. Пора завязывать уже с ними. Но не смогу. Не хватает у меня боевых карт за счет того, что они мне подсунули вот эту вот ересь. Ладно, сейчас опять мне пропишут. Так, 16 урона, у меня 9 защиты. То есть на семерочку все-таки я получу дамага, да. Что, на этот раз добиваем вот этого вот и делаем вот так. Отлично. Тут я спокоен, тут все хорошо у нас пройдет. И 5 хп остается у этого... Я даже не знаю, как его назвать. Артефакта. И где у меня тут? Давай-ка. Так. И опять только оборонные карты. Ну, давайте потратим их все. Ну, давай, что ты там? На 6 хочешь мне? Не прокатит у тебя. Я все-таки выстою. И у нас вот добивающая карта, ребят. Так, золото Ваджра. Дает одну силу в начале боя. И... карту опять берем очередную. О-оу. Наносит 8 урона. И я беру одну карту. Это редкий замах. Надеюсь, не пожалею. Давайте, наверное, мы с вами пойдем вот по этому пути. Потому что у нас там сундучок. Потом еще один раз отдых будет. Так, давай-ка посмотрим, что мы можем. 9 урона вместо 6. Слушайте, ну у нас, по-моему... Есть и получше картишки. Здесь будет 8, да, силы терять. Отлично, ребята. Я думаю, что от этого будет больше толку. Давайте посмотрим, что у нас тут за сундук лежит. Гиря позволяет получать силу в лагере максимум 3 раза. Ладно. И еще у нас одно место. Поднимать тяжести. Плюс 1 сила. Ого. Вот оно как делается. То есть 3 раза я могу применить в лагере. Так, торговец, у меня 98 голды. Я уже могу что-то себе купить. Привет, купи что-нибудь. Ну, я посмотрю, что у тебя есть. Так, наносит 15 урона. На 2 карты больше берем, это хищник.
перехитрить. Да блин, я даже не знаю, 77 стоит вот здесь вот хищник. Давайте, наверное, мы ее с вами и возьмем, потому что больше ничего хорошего я не вижу. Да я понял, что возврату не подлежит. Мне, в принципе, и не надо этого делать. Да, все, спасибо тебе, торгаш. И опять у нас, хотя можно пойти по другому немножко пути. Давайте, наверное, вот сюда пойдем. Не будем мини-боссика этого бить. Эй, крестьянин, да? У него сколько там, 46 хп? Ну, извини, родной. Придется тебя немножко потеребунькать. Так, 21 хп у него осталось. И он мне сейчас на 7 пропишет, то есть 2. Да, всего лишь 2 урона наносит. Слушайте, ребят, мне надо было в лагере отдохнуть. У меня со здоровьем-то не айс. Но я думаю, что успеем его все-таки прихлопнуть. Давайте-ка сделаем удар. И я думаю, что обезвредить. Наносим 3 урона, как раз ему крышка. 18 голды, зелье слабости. И карту опять в колоду. Давайте, наверное, возьмем с вами удушение. Наносит 12 урона, так. И теряет 3 УЗ, когда вы разыгрываете карту. Отлично. Ну что, давайте тогда вот этого вот маленького, наверное, забомбим. Ага. Это у нас крысы дохлые, ну, в них якобы грибы какие-то проросли. 24-28 жизни у них. Во. В принципе, одну мы уже, грубо говоря, с вами заколбасили. А ну-ка, сбрасываем удар. Все. Так, сколько мне и мне? Они мне ничего не сделают. У них тут сила только вырастает. Это очень хорошо. Ну, а мы добиваем с вами вот эту вот маленькую крысу мертвую. И... угу, давайте вот так вот сделаем. Пробьет, конечно. А нет, не пробьет, ребята. Не получится у него ничего. Все. Ну, а мы, наверное, будем уже с вами добивать. Так, и последний удар делаем вот этот вот. Отлично, все, с крысами мы справились. 10 голды, взрывное зелье. Наносит 10 урона всем. Так, чтобы нам сбросить, давайте вот это вот выкинем. И добавим карту в колоду. Так, всем врагам дважды 4 урона, так. Ее 3 копии. Вот так вот мы сделаем. Ну что же, тут у нас, я надеюсь, ай, грабеж, блин, этот варюшка у нас тут появился. Будь сейчас золото у меня тырить. А ну-ка давайте вот так вот звезданем. Так, и во. Еще один удар могу сделать. Вот так, пожалуй, мы сделаем. Ха-ха. Ну что, на один хочет мне звездануть. Ну давай попробуй, ты даже не пробьешь. Но деньжата все-таки он сворует у меня. Так, ладно. Что у нас тут? Вот это применим. 11 здоровья у него осталось. Вот. Люблю карты, которые бьют массово. Тем более, когда очень много бьют. Так, облизывание. Хрупкость мне повесил. То есть он снижает мне защиту. Так. И теперь давайте вот так, наверное, добьем. Все, ребят. О, 15 голды мы себе вернули. И карта у нас очередная. Так. Ворота перекат. Давайте вот так вот сделаем. Ну что, ребят, я думаю, что, наверное, до босса мы с вами дойдем. Делаем отдых. Нам, наверное, нужно хотя тяжесть. Давайте отдых все-таки. Потому что нам нужно восстановить здоровье. Да, полностью мы с вами восстановились. И у нас босс. Ё-моё. Это кто такой? Какой-то большой слизень. Дважды. Давай 12 урона нанесем. У него, кстати, 140 хп. Он хочет меня на 9 ударить. Так, пропускаем. Но здесь он меня не пробьет, как вы видите. Отлично. Ох ты, сколько он мне карт этих левых дает. Ну-ка, удушение. Так, сальто. Хе, что-то он там призадумался. Интересно, что он сейчас хочет сделать? Слизь, крушить! Оу, на 35 атаки?
Ты посмотри, что он хочет звездануть, как меня сильно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 27. Блин, на 22 сейчас ударит, ребята. Ох, ё-моё. Если еще раз так ударит два раза, все, ребят, кранты будут. Так, ну тут на 9, еще терпимо. Давай-ка слабость ему. Погоди-ка, сейчас мы... Давай вот эту вот. Сбрасываем с вами слизь. Она нам нафиг не нужна, согласитесь. И сальто... Нет, подожди-ка, вот, удар сделаем. Да. Что-то он опять задумался, ребята. Он сейчас будет что-то делать нехорошее. Наверное, опять будет повышать себе силу деления. Опачки. Да ладно ты, разделился на двух слизней, которые по 69 хп каждая. Хо-хоу. Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами наносим... Давай вот эту вот. Хотя бы у нас будет защита. Но они вроде атаковать не собираются. Слабость вешают на меня. Ай-яй-яй. И хрупкость. Вот гаденыши, блин. Как бы мне всем дважды. То есть по 8, да? Да, 8 урона нанесли. На пролом. Так. Я просто, ребят, боюсь, что у меня очень мало здоровья. И сейчас на 11 мне звезданут. И в общем итоге всего лишь, да, 4 отняли. Но здоровье-то уменьшается. О, он еще делится. Еще на двух маленьких по 25 хп каждый. Ой, ну давайте, наверное, применим с вами... сжигается. Нафиг она нам не нужна. 6 урона. Я даже не знаю. Я боюсь, что вон тот слизнюк, ребят, опять же разделится и будет здесь уже 4 врага. Вот чего я боюсь. Минус 2. Ага, хрупкость. Все-таки так и произошло. Ребят, разделился последний слизнюк еще на 2. И 4 врага у нас. Где мои карты с массовыми атаками, а? 10 урона наносим, да? И причем каждый хочет ударить меня. И довольно сильно. Ты посмотрите, 20... 36 урона в общей сложности произойдет. Но уже меньше. Уже 28. Но мне-то от этого не легче. Что у нас тут есть? Вот, у нас есть, дает силу. И вот это, давайте массово нанесем 10 урона всем. Ага. Так, и выпьем, пожалуй, вот 2 энергии. Давайте выпивать. 2 силы мне дает дополнительный урон к атакам. Так, можем сделать 6 защиты на себя. Так, сбрасываем эту карту. И вот так. Ребят, надо выживать любым путем, поэтому не обессудьте, что вот так вот я все это сделал. Но пропишут все равно, как ни крути, они мне урон. Ай-яй-яй, 25 здоровья всего осталось. Где массовые? Во! Давайте. Отлично. Так, давайте добьем одного. Слушайте, они сейчас мне ничего не сделают, они в задумке. Облизывание, ладно, фиг с ним, пускай вешают слабость, хрупкость, что хотят. Но если сейчас мне выпадут хорошие карты, я, пожалуй, здесь выиграю. Да, один готов. И, блин, 6 мало. 7, отлично. У-ху! Хе-хе-хе. 98 голды, зелье отравления. И карту мы с вами берем. Ого, так. Случайному врагу. Так, вот, вот это я думаю, что во все тяжкие. Наносит 12 урона. Нет, многовато как-то. Тогда вот эту возьмем. Просто все карты сбрасывать ради 12 атаки. Выберите реликвию. Так, вместо того, чтобы умереть, вы восполняете 50% здоровья. 5 карт и дает 3 проклятия и 3 реликвии. Слушайте, я думаю, что стоит взять, наверное, хвост ящерицы. Да. Вместо того, чтобы умереть, мы 50% ОЗ себе восстанавливаем. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Всем пока и всем удачи. До новых встреч.